Сябры, хотел бы звернуться до вас с теми же самыми словами, которые кажут лекары, заставайтесь дома, чтобы им было меньше працы. Безумовно, то, что мы сейчас можем сделать для нашей системы оховы здоровья, это как мага позднее трапить до лекаров, бо они будут просто перегружены тем потоком людей, которые должны отримать допомогу. Як ви ведаєте, ми зараз збираємо допомогу, і це достатково шмат людей, які відкликнулися до нас. Ми зібрали вже більше за 20 тисяч респіраторів, передали їх у шпиталі, і ця праця протягується. Я як правоохоронця лічу, що ми так само повинні це робити, як правоохоронці, бо право на охову здоров'я чоловіка, і воно так само право чоловіка. І наше право повинно бути оборонене. Коли у нас є можливість, як в громадянській супольності, включитися в цей процес, то это вельми добро. И я утешен тем, какую колоссальную допомогу, какую колоссальную поддержку зараз наша компания отримливая. И дякую вам велике за все. Записывайтесь волонтерами, переличивайте сродки на наши рахунки. И еще одна вельми такая моцная пропанова. Коли вы бачите, что вы можете чимсьте допомогчи, есть некие свободные гроши, просто пойдите у гипер ці у будовничі некий маркет и купите там респираторы, коли вы их знойдете. Класс обороны FFP2, FFP3. Коли не знойдете респираторов, просто купите костюмы специальные, которые використовуються для покраски або для некой працы. Эти костюмы хоть троху, але могут оборонить наших докторов. Подойдите у любую абсолютно станцию, подстанцию с худкой допомоги и передайте эти сродки, бо допомога потребная повсюль и недохоп сродков индивидуальной обороны лекаров по всей краине. Дякую великие и застаемся на связи.